Глена и Бахру Када. Фанатов похлопали, похлопали. Я, честно сказать, похлопаю фанатов. Потому что комментирую я. Знаете, можно откладывать все свои дела и смотреть, включать футбол. Потому что простых игр не бывает. Ну, Глена более опытные игроки, более старшие. И каждый сам знает, что делать. Не буду играть такой безумный. Бахру Када, огонь, момент опасный! Да добивание, гол! Нет, ты что это? Ой-ой-ой, раньше играть Бахру, постоянно бегает, постоянно прессинг. По-другому в этой игре. Ну, играют, пытаются выйти через пас, Буглен с мячом, как опасно! Удар! И врата по центру ударил, конечно, нужно было сейчас хоронить. По левому флангу Бахру Када, что придумает. И Бахру по центру, через центр. Сам на себя берет игру, развел удар, гол, Бахру, 1-0, 77 номер. Бахру Када, какой, я думаю, Бахру, не простит. Бахру с мячом, Бахру по правому флангу, под себя удар и гол, нет, что это, нет, как он сейчас не забил, как он сейчас. Какие-то задачи у них надо, или может реально какие-то кадровые проблемы. Бахру с мячом, что творит этот парень? Что творит этот парнишка? Удар, ну мог, мог. Сам тащит этот мяч, сам, ну. Красиво. Ой, момент, гол, нет, защитник дал. Добивание, стоп, что творится там штрафной, что. Буглин, ой, снова момент, снова защитник, ну. Мячом выносит вперед. Буглин по правому флангу, через, что придумает Буглин. Пытается чистенько, как красиво разыграл двоих, красиво нужно забивать вратар, ну как это было красиво исполнено, Маслина Абдулаева. Саламудина мяч сохраняет. Бахру по правому флангу, Бахру через центр, красиво, надо отдавать направо, удар, хорош вратар, но до добивания немножко не среагировал. Хорош был сейчас Шикаев, хорош Шикаев, Шикаев. Уже сгорел, наверное, от своих, держись, Джапаров, держись, не все потеряно, не все потеряно в этом матче. Бахру красиво, удар и гол! 2-0, все к этому шло, ребята. Все к этому шло, седьмой номер. Идрисов Хадж. С мячом у нас игроки. Бахру. Закинули красиво Бахру с мячом. Прострел вратарь на место. И 3-0, ребята. Забивает, делает дубль Идрисов Хаджимурат. Уже, конечно, без эмоций, потому что это был... Неужели Буглен сдался, ребята? Неужели Буглен сдался, и мы не увидим... Потеря мяча в центре поля. Бахру с мячом, удар и гол! 4-0! Что творит Буглен, ребята? Ну, сдал. За Буглен, почему? Потому что я комментатор, хочу увидеть красивый футбол. Ну, а справедливости ради, мне не принципиально, кто победит. Главное, чтобы я видел красивый футбол. Я вижу красивый футбол. Да, счет 4-0. Ой-ой-ёшки! Ой-ой-ёшки! Что за пушку сейчас положил у нас? Пятый номер! Хорошо. По правому флангу. Хорошо разыграно. В этот момент Бахру разрывает. По правому флангу Бахру Када. Прострел. Класс. Гол! 6-0! Третий номер. Буглен с мячом. Прострел. Нет, обратно дает. Абдулаев. Абдулаев. Хорош. Слишком сильный наход. Нет, сохраняет мяч. Абдулаев! Хорош Абдулаев. Что у нас? Угол. Это вот, вроде скажете, вторая лига, ребята, даже. Ну, парни, хочу увидеть их игру, вот, знаете, с кем? Вот с кем-нибудь из средников первой лиги или... Какой момент, нахуй! 7-0! Кстати, забил, знаете, такой, 33-й минуте, 33-й секунде. Отметь этот... Ахтак сам строй гол в начале у нас. А, не, пойдите. Я сейчас пошлю. Ой, ребята, я здесь пока сетку смотрю, забивает уже 8-й гол. Ой, как обидно, я сейчас профугал этот. Ахтак сам строй гол в начале у нас. А, не, пойдите. Я сейчас пошлю. Ой, ребята, я здесь пока сетку смотрю, забивает уже 8-й гол. Ой, как обидно, я сейчас профугал этот. Сразу обрезать. Ну, обидно дойти до такой стадии и потом среди выигравших. Момент, Бахру, удар, нет, вратарь хорош, головой защитник добьет, со, гол, хэт-трик, в исполнении 10-го номера, Ярахмедова Мухаммад Султана, 9-0.